Генеральный прокурор США Джефф Сэшенс опроверг обвинения в связях с Россией. Ранее сообщения о его контактах с российскими официальными лицами появились в американских СМИ и стали поводом для официального расследования. Во вторник в американском Сенате прошли открытые слушания, на которых Сэшенс ответил на вопросы по этому делу. Позвольте мне ясно заявить, коллеги, что я никогда не встречался и не беседовал с кем-либо из россиян или еще каких-либо иностранных официальных лиц о каком-либо вмешательстве в ход каких-либо кампаний или выборов в США. И мне неизвестно ни о каких таких беседах кого-либо, кто связан с избирательной кампанией Трампа. Джефф Сэшенс был назначен на должность генпрокурора страны президентом Дональдом Трампом и приведен к присяге 9 февраля. После того, как в его адрес прозвучали обвинения, он взял самоотвод от участия в расследовании предполагаемых связей избирательной кампании Трампа с российскими официальными лицами. В Москве неоднократно опровергали обвинения в попытках повлиять на ход выборов в США.